Всем привет! Я Филипп Бузенюк, ведущий стратегической сессии для партнеров компании 1С Bittrex. Сегодня будем говорить про 2018 год, про ожидания, про тренды, про возможные препятствия, про то, что с ними делать и какие цели поставить. Будет здорово, интересно, уверен, будет много энергии. Поехали! Я всегда рассуждаю, что мелкие задачи текучка всегда вас догонят. Вы все равно их сделаете. А вот большие задачи мы делаем все, чтобы их не делать. На одном слайде, в одной картинке, все, что нужно знать про стратсессии. Стратсессия — это три точки, кружочек и спиралька. Я серийно вижу, как руководитель, лидер, не может никому продать цель в стратсессии, потому что она у него не взыкает. Он сам в нее не верит. В ходе такого обсуждения цели становятся народными. Масштаб вашего бизнеса ограничивается масштабом вашей личности. Цели очень плохо продавать в большой команде. Цели продаются кулуарно. Коллеги, вот сейчас в группах происходит работа с целями. Очень важная история в процессе – это поставить те цели, в которые действительно вы лично, как руководитель, как люди, готовы вложиться полностью. То есть дискуссия, когда люди обмениваются идеями на эту тему и формулируют, что для них стержневое и почему это важно. Мы сейчас обсуждаем ближайшие задачи, которые надо выполнить для достижения цели на год. Увеличить чистую прибыль в 2 раза, увеличить количество клиентов в 3 раза на текущем обслуживании и автоматизация бизнес-процессов. Как сделать жизнь лучше для себя, для своих сотрудников, для окружающего мира и как преобразовать действительность из того, в чем она сейчас находится, в светлое будущее. Нужны люди, нужны цели, и нужно понять, как это все совместить во времени и добиться успеха. Большой день, насыщенно, четко, по делу, без воды, самые сутевые вопросы, открытая позиция компании 1С Bittrex и совместное решение ключевых задач 2018 года. У меня очень хорошее ощущение.